вперед не идем на конфликты, но дразнить нас прицелом не смей. Устоят ли бетонные плиты под напором стальных тополей? Наша память прочнее каната, наши раны, как прежде, свежи. Что для нас по-особому свято, для врагов лишний повод для лжи. Горстью ветром гонимого праха, им глухим никогда не понять, сколько воинов русских без страха погибали за родину. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?